Кто будет играть? Кто будет... Апорт! Давай, неси скорее игрушку. Неси, будем играть. Так, игрушку неси. Кашка, игрушку неси мне сюда бегом. Вышли гулять прямо в халате. В халате из дома вышли гулять. Пойдемте гулять. Папу пошли провожать. Папа поехал у нас на работу. Так, Вольт. Иди гуляй, я тебя жду. Кто там? Кто там? Кто там лает? Мы сейчас поели травку. Не знаю, можно или нет. Я думала, всегда на кого я похожа. Я на Вольта похожа. Мы лапки только все испачкали. Сейчас пойдем мыться. Мыться пойдем. Кто там? Чужие. А, чужие. Защищай меня. Кто там? Смотрите, какая красота, если бы я была кондитером. Я, наверное, бы... Смотрите, еще сладкое же. Такие бы я бы вот свои пироженки, эклеры упаковывала бы вот сюда. Вообще зашла к подружке чай, кофе попить рядом. Рядом, в салончик. У нее здесь свой салончик. Но не смогла пройти мимо, потому что я хочу свои десерты. Сейчас покажу свои десерты, украсить. Знаете, чем-нибудь... Ну, десерты на мастер-класс завтрашний. Знаете? А знаете, вот бывают всякие такие штучечки, украшучечки. Ой. Я уже готовлюсь к четвергу. Параллельно нашла наклеечки для пижамок. Они у нас будут улетать вот с такими наклеечками. Это же наши пермские, да, мальчики? Да, мальчики изобрели, пермские. В общем, патчи. И сейчас по всему миру их везде девочки полюбили использовать. Я возьму вот эти увлажнения и проверим. Они что, считаются ведь, как мне рассказали, как это мезотерапия, да, что-то под глаза с какими-то иголочками? Там очень много маленьких иголочек, сосредоточение иголочек на 1 миллиметр. Боже. Настолько велико, что вам не нужно ходить к косметологу. Ну, я, конечно, не... Заезжала на почту по делам и встретила подписчицу. Выхожу, иду в машине, а там девочки кричат: «Юля, мы на вас подписаны!» Так непривычно. Я пока не могу привыкнуть и понять. И не то чтобы понять и привыкнуть, а я почти каждый день встречаю вас. Показать девочку? У нас такие девочки красивые вообще. Фото мы с ней сделали. Так, я не знаю, что делать, пока муж ушел и не видит. Я не знаю, можно открывать или нельзя это в работе. У нас ледогенератор или ледовар, как это называется, лед. Такие лед будет варить. Нет.